Ну, в общем-то, детский парк маловат. Негде деткам погулять. Так. Находится в центре. Вот здесь у нас большая все-таки численность населения в районе. Нету где... Ну, нет детям где разместиться. Я понимаю, что пешеходная здесь красивая зона, зеленая. Но вот не хватает детских площадок, развлекательного центра. Наверное, связано с экологией, потому что... А что с экологией здесь не так? Грязноват. То есть лучше убирать улицы? Да, и я думаю, что стоит больше убираться. Понятно, спасибо. Ну, не знаю, у нас хороший, красивый город. Но только что вопрос работы побольше. Сейчас проблема у людей. Вот. Безработица, да? Да, безработица вот такой вот. А так, в общем-то, вполне приличный, уютный город. Недостаточно мест рабочих, конечно, да. Мест недостаточно, но я думаю, что это беда не только горок, всех маленьких городков. А вот, поэтому я спрашиваю конкретно специфические проблемы, которые вы видели бы только в горках, но в других городах не замечали. Недостаточно рабочих мест, поэтому отток мужского особенно населения и молодого населения, работоспособного. Вот это да. Ну, зарплаты, конечно, тоже не очень оставляют желать лучшего, скажем так. Поэтому, собственно, наверное, это одно из другого вытекает проблема. Короче, не знаю, мне вот, допустим, да, я играю в баскетбол, у нас единственная есть только площадка на академии. Вот, она, ну, прорезиненная, да, резины там почти не осталось, никто ничего не собирается делать. То есть как-то не смотрит там, да? А как относитесь к новому закону о подстрочках? Ну, я уже как бы служил, да, я изначально не за такую службу, как есть, только за контрактную службу, ну, как во всех цивилизованных странах, в принципе. Систему нужно менять, но никто не хочет, никто как бы до этого уже браться не будет. Пенсии, сколько заработал, столько платят. Вот я 39 лет проработала в академии. Значит, пенсия 370 рублей. Ну, попробуйте, проживите за нее. А что можете сказать по поводу системы здравоохранения нашей? То есть вот у нас говорят бесплатная медицина. Насколько это правда и какое вот качество, как вы оцениваете? Значит, лучше бы она была платной. А почему так негативно? Вы вообще обращаетесь к врачам? Врачи свое дело делают. Они стремятся, стараются помочь, но, значит, белорусское лекарство, оно неэффективное. То есть дженерики эти, которые наши делают, значит, они не работают? Ну, с тем лекарством, которое я сталкиваюсь. Значит, импортное, оно дорогое. Вот и все. Сильно не вот касается. Что ничего. Больше всего вот вас касается, какая проблема? Зарплата низкая в колхозе. А сколько, не подскажете? Сколько? Да. 300 рублей получаем, все. 300 рублей? Да. Надо было пришить в первую очередь. Давайте, так не будет.